Привет, девочки! Я все-таки решила вам отснять еще один последний макияж и сделать его реально таким немного помпезным, немного таким праздничным. Конечно, у меня отсутствует нормальное дневное освещение, но я решила, ну кто празднует при дневном освещении Новый год? Конечно, мы все празднуем его при электрическом освещении, поэтому, в принципе, это будет аутентичное видео и показ моего новогоднего макияжа. Я, девочки, уже проверяла. И самое лучшее, красивее всего, особенно когда вам чуть за 30, вы смотритесь в таком мягком, приглушенном электрическом освещении. И я все сделаю для того, чтобы оно было именно такое. Хотя, конечно, если делать фотографии, то в темном освещении фотографии не получится. Поэтому, конечно, я буду смотреть, что у меня более-менее получился нормальный макияж. В этот раз я решила не делать никакие там супер прямо такую подводку, а использовать именно стрелки с подводкой Maybelline. И сейчас давайте попробуем, поэкспериментируем. На мне надето оригинальное платье, которое реально будет на Новом году. Я его купила в Арсее, я вам покажу его во влоге, который должен выйти раньше этого видео. И, возможно, кого-то это видео воодушевит тоже нарядиться, накраситься на Новый год. Даже если вы празднуете в кругу семьи, и, в принципе, вам это не так важно, просто нарядиться для себя, накраситься для себя, чтобы чувствовать себя особенной в этот такой чудесный, необычный вечер, когда встречаем Новый год. Новый год, новые надежды, новые мечты. И, конечно, самое приятное, что меня радует больше всего, то, что после Нового года будет еще Рождество, потом Старый Новый год, а потом, собственно, уже чуть-чуть подождать, когда сойдет снег и будет весна, а за весной лето. Не будем затягивать это видео и начнем. И я вам покажу, что я решила использовать на Новый год. Итак, девочки, давайте приступим. Первое, что я решила взять для лица, это тональный крем от Catrice All Matte Plus. Почему я решила взять именно его? Потому что он очень неплохо держится, и он дает матовое покрытие. То есть я сама могу решить с помощью хайлайтера, насколько моя кожа будет блестеть. Затем я взяла остатки вот этого консилера Камуфляж. Дело в том, что я заметила, что все-таки и Revolution, и Catrice дают более такой суховатый эффект. Я заказала уже капельки масла, которые бы я могла туда кинуть, и они бы мне разбавили этот консилер, чтобы он мне не сушил так кожу вокруг глаз. Все-таки я поняла, у меня очень нежная кожа, и она сухость прямо придает настолько мне пару лет, даже не пару, может, десяток лет, не очень мне нравится, как все это смотрится, а я люблю все-таки консилер припудривать немножечко, поэтому пока беру с собой Essence консилер Камуфляж. Его, к сожалению, нигде нету, его раскупили, сняли с производства, поэтому вот придется довольствоваться остатками. У меня реально там на сегодняшнее видео и, наверное, на вечер, когда я буду краситься для Нового года. Конечно, на всякий случай я думаю, что я все-таки возьму, знаете, что возьму Revolution, потому что мне кажется, он чуть-чуть помягче, чем Catrice. Пудра у меня будет обычная проверенная пудра Essence, вот такая в оттенке. У меня в оттенке 010 Light Beige. Она мне зафиксирует немного тональную основу, не потому что я могу сказать, что тональная основа прямо в этом нуждается от Catrice, но просто почему-то, припудрив лицо, мне нравится, как ложатся сухие текстуры. Затем контурирование или, скажем, теплоту лицу я придам с бронзером от W7 Голливуд. Я возьму еще с собой бронзер от Essence, другой, на всякий случай. Также, наверное, возьму из Project Pen. И Project Pen, девочки, я, кстати, вам собираюсь снять ее только в начале января, потому что мне просто 100% руки не дойдут снять его раньше. И возьму вот этот вот хайлайтер, но также возьму и поярче какой-нибудь хайлайтер, может быть, даже два. И, возможно, я возьму из Essence старый, который я хотела еще потратить, чтобы просто даже утром, сделав немного легкое контурирование и нанеся хайлайтер, чтобы лицо выглядело свежим. И, конечно, консилер я буду пользоваться, потому что я хочу целыми днями выглядеть очень свежо и красиво, даже
если для других будет казаться, что у меня на лице ничего нету. Короче, хочу эти дни выглядеть реально идеально и красиво и нарядно. Возьму свои любимые румяна от Манхэттен. К сожалению, их уже нельзя встретить в магазине. Манхэттен снял их с производства совсем недавно, этой осенью. Но их можно, например, заказать на Амазоне. Хотя мой оттенок нельзя, я уже смотрела и готова была даже переплатить. Но также я возьму с собой еще мою палеточку от Essence. Во влоге я вам покажу косметичку, которую я соберу с собой. Брать буду здесь, я такая аутентичная кисточка есть, которая меня вполне устраивает. Так, база будет I Love Stage, я в ней уверена, на ней держатся тени как Essence, так и Revolution. Я возьму с собой несколько палеток, но в Новый год я решила краситься палеткой Soft X, потому что как-то я к ней уже привыкла, я знаю, как она будет играть на моих глазах, и я хочу сделать довольно нежный макияж, не драматический, потому что у меня будет акцент идти на мое такое красное, довольно помпезное платье. На серьги я решила взять именно вот эти серьги, которые необыкновенно красиво переливаются на электрическом освещении. И губы я еще не уверена. Я думаю, что я возьму от Trended Up матовую такую помадку в оттенке 430, но я еще не уверена. Возможно, я возьму несколько помадок и еще там подумаю. И когда я там накрашусь в после новогодних видео, возможно, на православное Рождество, я покажу вам, какой же у меня получился все-таки образ. Хотя бы, может быть, даже фотографии, а не обязательно видео, потому что, ну, не знаю. Я, короче, не знаю, что меня ждет вообще. Так, в принципе, это все, и давайте уже приступим. Я думаю, что я без камеры нанесу все на лицо, и мы сосредоточимся на макияже глаз, потому что я считаю, что макияж глаз это, в принципе, самое-самое главное. Тем более, что вы в прошлых видео, в принципе, знаете, как я наношу все эти основы на свое лицо. Ничего такого нового я не придумала. Я люблю наносить вот эту основу от Catrice именно таким влажным спонжем, потому что тогда он у меня немного продукта ест. Этот продукт, тональный крем, ложится более таким тонким слоем. Я хочу чисто выровнять тон кожи. Особо сильных прыщиков у меня есть. У меня есть такие маленькие, знаете, аллергичные, потому что я не ограничиваю себя в продуктах. И у меня есть на некоторые вещи аллергии. Вот. Ну, а так, кисточки у меня ничего такого особенного. Короче, я к вам вернусь через секунду. Итак, девочки, у меня уже сделан макияж лица, я смотрю в зеркало, эту палетку я очень рекомендую, вот если вы куда-то выезжаете, в отпуск или что-то, конечно, к ней нужно попривыкнуть, она после, например, теней Essence или Catrice, она довольно капризной кажется, но когда вы втянетесь и поймете, как использовать для себя эту палетку, то тогда вот реально ее очень удобно с собой куда-либо брать. Во-первых, здесь есть, как вам показать, не знаю. Короче, здесь есть классное зеркало. Потом здесь шикарная палитра. Здесь есть и теплые оттенки, и холодные оттенки, и классные шиммерные, довольно интенсивные, и есть такие сатиновые оттенки. Кроме того, здесь очень важные есть базовые оттенки, которые просто незаменимы при макияже вообще и макияжи без макияжа. Затем, что еще нужно сказать, что эти оттенки, шиммерные оттенки, можно более сделать насыщенными, яркими при использовании их влажным способом. То есть вы увлажняете кисточку и туда залазите, или залазите туда, а потом прыскаете. Можно даже обычной водой, вам не нужен какой-то специальный спрей, я пробовала, эффект тот же самый. То есть это водичка, которую продают обычно за 3-5 евро, это обычная реально дистиллированная вода, очищенная. Вот. Вы можете также увеличить эффект, вы можете сделать кат-крис, очень много есть видео, как это делать. Я не могу сказать, что мне прямо так нравится кат-крис, я не хочу делать
слишком интенсивный макияж на Новый год, но я хочу все-таки так посверкать немножечко. И мы с вами начнем с обычных оттенков. Начнем с белого, вот таким вот матовым белым я припудрю под бровью и в уголок внутреннего века. И затем растушую еще и таким вот, вот этим бледным я припудрю все оставшееся века, и подвижное, и которое неподвижное, складку века. Тени хорошие, я в них уверена. Конечно, на Новый год на самом деле не обязательно брать эту палетку. Берите на Новый год, самое главное быть уверенной в своем макияже. Одевать одежду, которая вам нравится. То есть, если мне так кажется, это, то есть, мое мнение, к чему я пришла. И я уже несколько лет это практикую. То есть, одежду, которую я ношу на Новый год, это одежда, которую я носила уже до Нового года. Не обязательно, что я уже ее носила в люди. Возможно, я просто одевала ее дома, но я хотела почувствовать себя в ней удобно, чтобы не обращать внимания, как вам сказать, может быть, вы купите новые брюки, при примерке они вам будут очень удобные, но когда вы начнете там нагинаться как-то или садиться, вы поймете, что они как-то морщатся странно или что-то вот такое, вот, чтобы было время еще проверить эту одежду. Поэтому, в принципе, я сейчас с радостью, я вчера мерила это платье, сегодня мерила и прогуливаюсь по дому в этом платье. Я не боюсь запачкать его. И у меня есть, если что, время еще раз его постирать. Итак, в складку века я возьму вот такой вот оттеночек. Я потом вам постараюсь написать название этих оттенков. Просто затемню его немножечко. И потом возьму темный оттенок, более такой, более, скажем, пушистый, но маленькой кисточкой, и я его нанесу, буду наносить более так аккуратно, чтобы потом, если вдруг что, что-то подправить. Но, в принципе, я должна сказать, девочки, что с этой палеткой я уже очень так себя чувствую, очень уверенно. Вот такая вот маленькая пушистая кисточка, и ею я буду растушевывать вот этот вот оттеночек, тоже в складке века. Я решила, что я все-таки сделаю в этот раз. Я вам говорила, что у меня какой-то макияж пару лет получался такой довольно какой-то, хотелось мне а-ля Нефертити сделать, знаете, по-египетски. Действительно, у меня, знаете, глубоко посажены глаза, немножечко концы вниз, ну, совсем немножечко. И как бы получалось, да, симпатично, но я не знаю, на фотографиях мне не нравилось, как получался этот макияж. В этом году я хочу сделать что-то такое, что я очень часто делала в течение года. Хотела сделать темнями, в которых я очень уверена, хотя у меня очень много красивых тенюшек, которые бы можно было использовать на Новый год, но я решила, я возьму парочку интересных, и если мне захочется прямо сделать что-то интересное, поэкспериментировать, то я могу в другой любой вечер это сделать, свои там яркие глаза не вертите, вот. Так. Вот так у нас пока получилось. В принципе, я не знаю, я поставила еще дополнительную лампу, и у меня получается, что и сверху освещение, и чуть-чуть снизу. Ой, ну ладно. Так, мы затемнили складку века ровно настолько, насколько я этого хотела. И теперь я в уголок глаза начну наносить светлый оттенок, возьму вот такой вот оттенок. Он довольно яркий. Я вам покажу потом свотчи этих оттенков, которые я брала. На руке покажу. Довольно яркий, но в то же время как бы не настолько прям сильно яркий, чтобы мне перебить или затмить весь остальной макияж глаз.
Так. Конечно, я возьму с собой еще палеточку No Photos, плиз. Но вы во влоге, наверное, уже посмотрели. Если не смотрели, то можете еще глянуть, что за косметику я с собой возьму. Но, конечно, я уверенно себя чувствую, когда у меня много косметики, когда у меня есть выбор, есть альтернатива. И если мне вдруг захотелось за вечер исправить свой макияж, то я пойду и исправлю его. Так, следующий оттенок, который я хочу взять вот этот нежный такой золотой оттенок, вот этот. То есть я решила не придумывать слишком что-то такое экстравагантное, потому что, как я уже сказала, на мне будет красное платье, девочки, а красное платье, оно уже, неважно какой у него фасон, оно уже будет ярким. Весь образ вас будет, ваш будет ярким. Поэтому я хочу его немножечко уравновесить, я хочу выглядеть элегантно. И вы увидите, что фасон у меня довольно такой яркий, он прямо на себя тянет одеяло очень так уверенно. Вот, и уголок глаза, я думаю, что я нанесу вот этот дуохромный. Здесь он такой и коричневый, и чуть-чуть красный, и немножечко зеленый. Очень красивый оттенок, и, может быть, добавлю чуть-чуть черного. Но реально самую чуточку. Так, у меня немного осыпались эти тени. Я, кстати, решила, что я не буду влажным способом наносить тени, то есть хочу, чтобы все очень нежно переливалось одно другое. Вот так вот, короче. И, конечно, большую роль тоже будет играть. Знаете, что у меня сейчас? Я просто это, опять же, сделаю без камеры, потому что мне нужно будет сосредоточиться. Будет играть большую роль подводка Maybelline, которая очень и очень неплохая, классная. Здесь нужно будет встряхнуть. Так, добавлю сейчас немножечко черного. Черного буду совсем такой маленькой тоненькой кисточкой добавлять, потому что я не хочу слишком забить этот дуохромный. Вот реально чуть-чуть. А нижнее веко, кстати, я подведу, девочки, белым, чтобы глаз казался больше. Вот таким вот образом я его увеличу. Так, и чуть-чуть я растушую этот черный, но реально чуть-чуть. Так, возьму вот эту опять маленькую кисточку и чуть-чуть в складку века. Вот здесь вот. Так. Добавлю, наверное, опять немножечко коричневого, чтобы растушевать красиво границы. Так, здесь же опять же. Коричневый добавлю. А нижнюю складку века, девочки, извините, нижняя века я решила проработать. Сначала также вот это возьму, тот, который я в уголок, складку века взяла, и потом возьму вот этот коричневый тоже во внешний уголок. Так. Итак, девочки, я сейчас только стряхну излишки какие-то, сделаю стрелки. Стрелки покажу вам сразу, сделаю вот этой подводкой Maybelline. Я могу ее рекомендовать. Держится и на жирных веках, она держится весь вечер, весь день будет держаться. Она не водостойкая, скажем так, если вы будете плакать, она размажется, конечно, попадете под
под дождь размажется, может размазаться, но не так легко она размазывается, как какая-то вот реально жидкая подводка. И потом ее вы будете использовать точно 3 месяца без осыхания, то есть эти практически 7 евро, которые я на нее отдала, уже окупились у меня. И вот эту слизистую века я сделаю вот таким вот довольно старым у меня карандашом от Essence из старой коллекции, такой нежный розово-белый оттенок. Я вернусь и покажу вам законченный макияж, также нарисую ресницы и помаду нанесу на губы, чтобы не затягивать видео. Итак, девочки, такой у нас макияж с вами получился. Я надеюсь, что видео не очень затянулось. Я единственное, что сначала нанесла вот эту слизистую внизу, нанесла действительно карандаш Essence, мне показалось недостаточно яркой. Я использовала вот этот от NYX Jumbo карандаш. У них, я думаю, вы знаете, белый. Он оказался очень пигментированным. И все-таки, может быть, я не знаю, как на камеру это выглядит. Я сфотографирую, еще посмотрю. Но мне показалось, что все-таки с вариантом Essence, таким нежным, нежной пигментацией, вот этот светлый розовый карандаш, я уверена, что у них есть этот карандаш и так в коллекции Essence, вы можете посмотреть. Смотрелся макияж более нежно. Сейчас немножечко так агрессивно, слишком так прямо ярко, помпезно. И вот на нос и на над губой я нанесла дополнительный хайлайтер. Наверное, я думаю, что я его с собой тоже возьму. Revolution Pro. Вот такой вот громадный хайлайтер. Он дает необыкновенно красивое, нежное такое свечение цвета шампанского, такой уходящий в бежевый немножечко. И мне вот нравится, как он отсвечивает. Вот, в принципе, это и весь макияж. Я надеюсь, вам понравилось. Может, вы сделаете что-то подобное, или мне очень интересно узнать, что же планируете вы, какой макияж хотите сделать на Новый год, решили ли вы уже, что оденетесь, что у вас будут за цвета преобладать, будет ли это платье или юбка и блузка, либо футболка и джинсы. В принципе, на Новый год самое главное, чтобы вы чувствовали себя удобно. Я считаю, что это всегда самое-самое важное. Но мне кажется, нужно добавить что-то такое, маленькую изюминку, чтобы чувствовать еще в этот день себя очень такой особенной и красивой. Вот, например, к примеру, вот такие серьги, или красивый браслет, или красивую помаду. Мне, кстати, вот эта помада очень понравилась, очень классный оттенок, но я возьму, как уже сказала, несколько вариантов. Всем хорошего дня, до следующего видео. Я обязательно еще запишу для вас новогоднее обращение, поэтому мы увидимся с вами не последний раз в этом году. Всем хорошего дня, хорошей недели, желаю вам новогоднего настроения и до следующего видео. До свидания, девочки, пока-пока.